Личный состав одного из самых известных подразделений ВДВ России оригинально поздравил представительниц прекрасного пола. Специально к Международному женскому дню командиры и бойцы Ульяновского отдельного гвардейского соединения ВДВ устроили флешмоб. На территории части они выстроились в форме надписи с 8 марта и с высоты птичьего полета поздравили всех женщин России. Далее изобретательные военные отправились в детский дом «Соловьиная роща». Они порадовали местных педагогов и нянечек, не забыли также и о воспитанницах. Напомним, с 1997 года наши десантники помогают этому учреждению. Они сотрудничают с Дедом Морозом, проводят встречи, покупают все необходимое и даже вдохновляют местных мальчишек на службу в армии. Благодарна ребятам за то и вообще командованию, что они настолько легко откликаются на любую просьбу, какая. Вот вы знаете, если и есть чудо и волшебство, и вроде бы оно к военным людям не должно иметь никакого отношения, там все суровое, но вы знаете, волшебство случается, особенно в праздники. Стоит отметить, что подразделение в этот раз облачилось в форму без опознаваемых знаков в честь 7-летней годовщины Крымской весны. Из Заволжского детского дома десантники отправились на правый берег и прошлись по центральным улицам города. Они посетили торговые центры и банки, одарив женщин цветами и своим вниманием. Виктория Чиркова, Александр Кудряшов, Управда ТВ.